Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в Earn to Die. Заработай и умри. Ну что ж, у нас есть немножко денег, и мы можем купить коробку передач улучшить. Да. И сейчас скорость у нас, естественно, будет повыше, чем была до этого. И мы попробуем. Сейчас ускорится, смотри. Офигеть, видишь, как я ускоряюсь. Ускоритель закончился. Ускоритель утерян. Офигеть, смотри, оторвало машину нам. А мы все равно едем. Офигеть, нифига себе. Оторвало пол машины, а мы едем. А как так? А бензобак где? А, интересно. Оторвало пол автомобильчика. Прикольно. Я такой первый раз вообще вижу. А, видишь, здесь мы не можем ничего делать. Здесь слишком медленно. Все. Заглохли. Нифига. Он как поехал быстро. Давай еще купим ускорителя. Я хочу еще раз попробовать так. Офигеть. Ну что, раз, два, три. Поехали, ускоряемся. Ой-ой-ой. Давай. О, вот здесь надо ускоряться. Давай. Ускоритель закончился, да? Ну нафиг. Ладно, не получилось. В следующий раз мы так сейчас ускоримся. Ну, интересно было вообще, первый раз, когда пол автомобиля не было. Угу. Видишь, надо в определенном месте ускоряться. Вначале я ускорился, можно было не ускоряться, надо было в конце там, на подъеме ускоряться. Интересно. Бензина еще, в принципе, много, может быть, мы и доедем до заправки сейчас. Но это не обязательно, конечно, но вдруг... Угу. Либо у нас движок взорвется, либо у нас закончится бенз. Интересно. Ну смотри, прям едем, прям нормально. Во! Видишь, что коробка передач дает? Коробка передач дает нам повышенную скорость. На всем участке дороги мы едем быстрее. О, смотри, мы доехали. Да. Доехали до... второй нашей заправки. Прикольно. Хорошо. На 62-й день. Идем в гараж. Что увеличиваем? Что улучшаем? Давай улучшим. Да, коробку и передачу улучшим. Поехали. Сейчас посмотрим. Это новая дорога, у нас новая трасса. Ох, нифига, как высоко. Так, давай, ускоримся. О! Ух ты! Смотри, тут сколько мостов, прям вообще, прям как крыша какая-то. Ну и падение здесь, смотри, очень частые падения. Нашей машинке может быть нехорошо от этого. Да, видишь, что с ней становится. Она развалилась. Вся развалилась практически. Опять ускоритель закончился, ладненько. Да куда доедем, интересно? Нифига себе. Давай, поднимайся. Вот, хорошо. Ну, неплохо мы доехали. Ну, половину там доедем, хоть в трассы. Во! Половины трассы доехали, отлично. Все, и закончился бензин, к сожалению. Да, только до половины трассы мы доехали. 7000. Давай улучшим полностью двигатель. Так, ну и все, в принципе, поехали. Сейчас посмотрим, интересно, докуда доедем. Нифига, смотри, оторвался полностью наш автомат. Это говорит о чем? Это говорит о том, что... жестокая какая-то трасса нашей машине. Не очень хорошо. Она может разломаться в дребезги. О, давай, ускоряйся. Вот, замечательно. Давай. О, так, хорошо. Ускоритель у меня еще есть немножко. Вот, все, закончился. Два патрона у меня оставалось, видишь? И не выдержал. Автомат. Отломился, и все.
Что мы здесь видим? Мы... сколько бензина? Еще, в принципе, немножко бензинчика осталось. Да, либо мы взорвемся, просто, скорее всего, машинка... Машинка не доедет, мне кажется. Да, вот сейчас взрыв. Блин, да. Да ё-моё, смотри, что творится. Да ё-моё, давай, что-нибудь делай. Да, все, доехали. Угу. Возьмем утяжелитель, чтобы разбиваться. И опять у нас кончились деньги. Только-только, вот думаешь, накопишь деньги. Потом что-то очень дорогостоящее покупаешь, и все, денег нет. Да, надо еще и броню будет покупать, потому что без брони никак. Вот, отлично. Взорвали мы всех зомбаков. Да, что-то вообще зомбаков много, я смотрю. Да ё-моё. Я еще на ускоритель жму, чтобы проехать. О, здесь будет интересно. Ух ты, смотри, ускоритель утерян. Да ё-моё, вообще разорвало машинку. Но зато проехали чуть-чуть дальше. Ух ты, ну мы все равно едем, едем, давай, 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 на одном колесе мы едем. Офигеть, ну и здесь мы, скорее всего, застрянем. Ускорителя ничего нету. Ох, зомбачок. Все, и бензин закончился. Нормально. Давай увеличим ускоритель. О, два раза даже мы его подняли. А, хорошо. Ну, тут остается еще много чего покупать, поэтому... Отправляемся. С ускорителем. Да, чем больше ускорителя, тем лучше. Вот, я буду ускоряться потихонечку. Ой, хорошо, как мы заехали, залетели сюда. Отлично. Да, надо бронь покупать. Не хватает брони. Ух ты, ух ты, аккуратно. Аккуратно. Сколько у нас ускорителя? Ну, немножко еще есть. Совсем чуть-чуть. А мы даже не доехали до нашей точки. Ой, как вот я вот этот не люблю в этом месте. Еще закончился ускоритель. Вот здесь тачку нашу разбивает. Слишком мощный удар. Вот, видишь? Движок загорелся. Надолго машинку здесь не хватит. Вот, смотри, наконец-то мы проехали. Проехали это место. И практически мы на полностью... Что, бензин закончился? Бензин, к сожалению. Ну что ж. Ну, проехали нормально. По деньгам у нас 7000. Это очень даже неплохо. Что мы будем делать? Я предлагаю увеличить бензин. Топливный бак. Топливный бак мы увеличили. Отправляемся. Во, 66-й день. Топливный бак у нас улучшим. Отлично, идем, отправляем всех зомбаков на вечный покой. Ух ты, как интересно в воздухе ускоряться, смотри. Да. Прям как раз нас в воздухе. Вот это прям скорость нам дает неплохую. Сейчас тут всех разметелим и поедем дальше. Опа, опачки. Ох, чуть-чуть не хватило, смотри, а. Наверх. Опа, опа, аккуратненько, аккуратненько здесь. Ох ты, все. Закончился ускоритель наш. Бедные зомбаки разлетаются влево-вправо. И слышно, как они кричат. А-а-а-а-а. И все.
Больше сказать они не могут. Ух ты, прямо интересно было. Двигатель сломан, смотри, вот, блин. Вот до этого, до этой точки доезжаем и все. Ну давай, значит, прокачку брони сделаем. Все, да? Максимум, да, все сделали, максимум брони, отлично. И все, в принципе, здесь еще нужно докупать бензина, пулеметик обязательно купим, ну и некоторые вещи. Ну, это будет в следующем серии. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите лайки, пишите комментарии, ставьте лайки, дорогие друзья. Всем пока-пока.